Я как будто порно посмотрел. Что это вообще такое? И написано Goodland. И прикиньте, такое говно просто по снегу лежит. Goodland, замечательно, хорошая земля. Нет, ну а что, удобрение? А прикиньте, на путях человек стоит и его сбивает. Поезд новогодний, дедовский, поезд Деда Мороза его сбивает. Ну, это было бы, конечно, хреново. Но это черный юмор, детка. И Дедушка Мороз такой танцует и говорит: хо-хо-хо, с Новым годом, с Рождеством. И сбивает на своем поезде. Ребятки, скажите Дедушке Морозу, каких вы зверят знаете, которые в моем зимнем лесу живут? Ох, знали вы бы, дедушка, каких людей я знаю, которые похожи на зверят. О, дедушка. Ну-ка, называйте. Белочки живут, как вы думаете? Оу, они у трассы живут. Оу. А волки? А зайчики-попегайчики с длинными ушами? Подождите, если у зайца такие длинные уши, значит у него и все такое длинное? Оу, май. Сможете мне зайчика показать? Я внимательно посмотрю на вас. Ну-ка, зайцы! Да, дедушка, могу зайчиков показать. Вот они, родимые зайчики. Пойдемте все-таки медведя белого искать. Я ведь его уже давненько не видел. Но медведя не тот, что борется, а тот, что порется. Он тут в спячку впал и зимой должен проснуться, рыбку кушать. А было бы хуёво, если бы он не проснулся. Сейчас они подойдут к вам. О, Моргенштерна топят. Не пугайте их. О. Да что вы смеетесь? У человека лицо объедает, а вы смеетесь. О, мои дорогие. Нет, недорогие, дешевые, из дешевой пластмассы китайской. Помните, что недавно у Дедушки Мороза был день рождения? А, да, был? Ой, Дедушка Мороз, ой, извини, я не поздравил тебя. Поэтому я вам вопрос хочу задать. Какой, Дедушка Мороз? Какой вопросик? Я надеюсь, не из ЕГЭ? Сложный, но чудесный. Заебись! Сложный, но чудесный! Скажите, как вы считаете, сколько мне, Дедушке Морозу, лет? Твой возраст, дедушка, не в летах, а в зимах измеряется, поэтому тебе 0 лет. И где-то 60 зим, потому что ты еще работаешь, у тебя еще пенсионный возраст не подошел. А, пингаря. Жесть. Ууу, а чё, кто-то срал в этот водонагреватель, а? Закройте, это дети, Наташа! Озвучка просто огонь. Профессионалы здесь работают. Она заболела короной. Это хуёво. Что не узнал об этом? Ну заебись, ну это хорошо, это он ей поможет. Он начал копить на лечение Наташи! Ой, еблан, да он так до старости будет копить! Ну его банкротили, мошенники! Какой ужас, какой кошмар! Саня не успел спасти тетю Наташу! Вы слышали эту чудесную французскую отрыжку? Это не зря добавили ее сюда. Это авторская... авторская муза такая. Ну, как минимум, она восстала из мертвых. Ну, тут зомби-апокалипсис прям какой-то начался. Здравствуй, я можно к тебе? Нет, нельзя. А если я на толчке сижу? Или драчу? И такая девушка спрашивает, можно к тебе? Ой, ну это будет, наверное...
веселее срать или дрочить. Спасибо большое. Это было, наверное, саркастическое спасибо. У меня кое-что для тебя есть. Закрой глаза. Так, пацаны, все, закройте глаза. Открывай. Та-дам, да, это тебе. Блин, какой ты тигренок. А я думал, ты будешь голой передо мной стоять. Если из окон дует и денежки вылетают в форточку, переводим окна в зимний режим. Вот это я понимаю проблему у человека. Деньги из окна вылетают. Да у нас на ЖКХ больше денег уходит. Показываю как. Везде есть вот такие вот болтики. На этом болтике есть рисочка, видите, она вниз показывает. Сейчас окно находится в нейтральном режиме. Если мы переведем этот болтик рисочкой в сторону улицы, это летний режим. Если мы переведем его внутрь помещения, вот так вот, это будет зимний режим. Дядь, какие режимы? Закрой окно, дует, я болею. И причем на унитазе сижу, дует. А прикиньте, если этот мужик высунул не руку, а такого же цвета, но кое-что другое. Вот я бы на не руку высунул. Ух, что за лев этот тигр? Сил моих нету. Но я бы этот аппарат порвал бы, потому что я мужик. Я просто с прогиба этот аппарат бы перевернул просто и положил бы на пол.